я могу чем-нибудь помочь? До новых встреч. Добрый день. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда,
который направится в цитадель Ледяной Короны. Твои чета героя материал. Я видел и более достойных соперников в Багровом Круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер Грозовой Гряды был призван Гормак Пронзающий Биви. Мой герой! Чудовищами, кислотной утробой и жуткой чешуей. Где, блядь? И повеял ледяным дыханием следующего бойца. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои! Thank you.
чудовища повержены! Чернокнижник Вилфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Грозный демон. Готовьтесь к забвению! Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вилфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Шарансус, эританский повелитель Пылающего Легиона! Thank you.
трагична и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Подлые собаки Альянса! Вы выпустили повелителя демонов на воинов Орды? Ваша смерть будет быстрой! Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем! Тише! Успокойтесь! Никакого заговора здесь нет! Чернокнижник заигрался и поплатился за это! Турнир продолжается! В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Лишь пробой того, что ждет нас в будущем, за Орду! Беги, малышка, беги! Жалкая тряпка. Я пока не могу произнести это заклинание. Где уж тебе? Лучшие представители Орды.
малышка, беги!
малышка, беги! Еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости. Пали великие воины, и ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязание начнут! Поглотить.
оценили и признали ничтожеством. Как дела? Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Действует.
поглотит вас тьма! Сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Нес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Варта, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Станет вашей